это? Какая-то полусферная полусферная. Там мышки вроде. Там что-то такое твердое-твердое. Давайте же откроем посылки. Начнем мы с желтой, самой яркой. Это ручки такие желто-синяя, зеленая розовая, фиолето-желтая и голубо-розовая. Такие прикольные ручки. Эти ручки мне во второй класс. Я уверена, что в классе или в школе ни у кого таких ручек не будет. Точно. Давайте их отложим в сторону и откроем следующую посылку. Следующая вот эта, которая более твердая. Это уже Святославу, моему братику младшему. Давайте откроем. Это Нимлер голубой и белый. Туда ложь ягоды, и Святослав не будет дробиться. Или малыш какой-то. Давайте открыто. Оп! Есть одного цвета, и есть зеленый. Она зеленая, тут луна звезды. И она уже не такая шумная, как эта. Туда тоже это Лингер, туда ягоды ложишь. И малыш не будет давиться. Давайте отложим и откроем следующую посылку. Вот эту мягкую. Это, наверное, самая интересная посылка, которую я открывала. Здесь что там? Хитрость. Еще раз упаковываем. Там дали что-то мягкое. Оп. Как это делаем? Это точно для Святослава. Это, наверное, полотенце, чтобы его вытирать, когда отстрагивает. Ну да, это вроде нарисовали какие уточки. Желто-красненькие. Все четко нарисовано, все написано. Это, ну ладно. И тут и белое все. Одни вот светлые уточки, а другие темнее. Вот вы уже видите, как черные. Черные глазки. И давайте уже откроем последнюю посылку. Кажется, что там какие-то ручки, карандаши, она твердая такая. Я уже что-то вижу. Это ручка, хотя только какая. Смотрите, какая. Давайте посмотрим. Я ничего не знаю, поэтому все рассмотрю. Такая милая кошечка, целуется. Костик мне. Ножка. Как? Как ты пишешь? На кучку пишешь-то. О! Нашла! Надеюсь, ручки такой не было. Никого не будет. Это первая ручка. Такая прикольная. Тут лапки белые нарисованы. Давай второй. Вот вторая ручка. Черный котик уже. И вот тут ручка. Тоже снизу.
третий, это такая котик, это не ластик, ручка. Тут котик нарисован, и тут котик. Серый. И тоже ручка такая. Да, все синие ручки. Мне очень нравится. Ставь лайк, кому понравилось видео. И кому не понравилось, дизлайк. Всем пока, вы были на канале Принцесса Милана.